Ежедневно сотни бобруйчан добираются на работу и обратно на общественном транспорте. Гигиенисты в очередной раз проверяют маршрутки совместно с сотрудниками ГАИ. Тормозят 40-ю и по классической схеме маски нет ни у водителя, ни у пассажиров. Ответы тоже разнообразием не отличаются. Жара, неудобно, закончились. Почему вы без маски? Жара такая, везде не маски ездить тоже сложно. Вы себя подвергаете опасности, вы знаете об этом? Я знаю, вы перевозите огромное количество в течение рабочего дня. Если врачи где-то и понимают людей, то пандемия нет. Она не делает поблажек ни в жару, ни в холод. Следующая маршрутка, и ситуация повторяется. Водитель с гигиенистами не спорит. А вот один из пассажиров внезапной остановки не рад. Я не хочу одевать маску. Я не с вами разговариваю. Я маску одевать не хочу. Не кричите, пожалуйста. Почему он должен меня заставлять одевать маску? Мы спрашиваем с водителем по поводу беседы, а не с вами. Потому что это прописано в санитарных правилах. Следующая остановка – конечная 6-го микрорайона. Здесь водители должны обрабатывать салон, поручни и даже руль, а также отмечать это в журнале регистрации. Таковы правила. Хоть процедура и занимает буквально пару минут, но, увы, делают это не все и не всегда. Маршрутчик показал запас масок и даже заверил, что дезинфицирует свой автомобиль. Вот только подтверждения нет. Нигде не отмечаю. Отмечал две тетрадки, я их уже списал. Надо завести третью, чтобы отмечать каждую запись. А вот второй совсем соглашается. И про надобность масок, и про закупку дезсредств, только на деле снова ничего. Говорит, что даже если будет соблюдать правила, то пассажиров заставить невозможно. Скажите, вы делаете дезобработку в салоне поручней, вот этих доступных мест? Периодически делалось. Я же могу говорить, что не всегда получается. Вот. А покажите, чем вы делаете, для средства, где ваши? Нету сейчас с собой, вам показать. Нету ничего с собой. Ничего, ни антисептиков? Ничего, ни антисептиков, ни масок, ничего. Гигиенисты проверяют и междугородние маршрутки. Ситуация там обстоит лучше. В шорт-листе также автобусы, троллейбусы и такси. Каждое утро водителям должны измерять температуру. Это, как и обработка салона, заносится в журнал. Есть санитарные правила, в которых прописано, что на транспортных средствах водители должны носить маски. В салоне мы смотрим, чтобы была наглядная информация о ковиде. На входной двери должны быть предупреждающие знаки о том, что без маски не входить. Даже в обычное время соблюдать дистанцию сложно, а в час пик просто невозможно. Именно поэтому так важно использовать маску и антисептик. Это касается как водителей, так и пассажиров. Карина Гуревич, Максим Галионко, Бобруйск, 360.